Пришла идея в голову создания некоего концерта из трех роботизированных систем. Одна из них полностью живая из акустических инструментов, вторая из аналоговых инструментов, то есть у Дмитрия Морозова, вот, и третья из цифровых инструментов, то есть компьютеров. У каждого компьютера есть 48 звуков, и экран разделен на 48 частей по квадратам, и он управляется, каждый из этих компьютеров управляется независимо от общего сервера, который выдает сигналы для каждого из квадратов. Это все, это экраны шести компьютеров, то есть с каждого из этих окон транслируется сигнал на один из вот тех шести компьютеров, которые стоят лицом к зрителю. Вот, соответственно, здесь вот можно, ну, можно управлять, но вообще-то есть вот некий вот транспорт, который по времени от начала начинает запускать определенные события. Вот, соответственно, ну, это представляет собой некий синтез классической композиции, когда пишется, вот, прописываются там все ноты, скажем, да. Здесь есть некий элемент случайности, то есть вот за случайность у нас отвечает Виктор Черненко, который замечательный математик, программист, композитор, который написал алгоритмы случайного появления, которые случайно, но при этом не совсем случайно, имеют некую в себе логику. То есть, ну, так же, как когда живой музыкант играет на инструменте, у него есть некий элемент случайности, у него может там дрогнуть рука там, и так далее, там, ну, просто там эмоциональный какой-то момент. Вот, соответственно, вот это все прописывается математически, алгоритмизируется и привносится. Electrical pulse which goes here, and then if you want to come check it out on this side, it pulls this pin just up a little bit like that, and then the pin goes up, connected to a lever. Lever goes to the mallet comes down and strikes the note. Машины в данном случае будут, собственно, результатом труда художников, музыкантов, медиа-артистов. Играет для нас автоматизированный концерт. Два основных блока. Это вот эта серая большая стена, модульный синтезатор, созданный для театрального перформанса в свое время. И множество небольших звуковых объектов, таких небольших звуковых инструментов. Есть рандом-генератор, такой рандом-секвенсор, который сам выбирает шаг, в который то или иное соединение будет идти в том или ином направлении. Причем это произвольно, но в ритмической сетке. Ну и так далее. Здесь как бы некоторые системы дублируются, а есть еще некие какие-то особые блоки. Вот.